В нашем городе осталось не так много ветеранов, участвовавших в военных действиях прошлого. Среди них Федор Константинович Гореев. Ему сегодня исполнилось 104 года. Поздравить бравого воина, который прошел три войны – финскую, великую, отечественную и японскую – пришли члены местного отделения партии «Единая Россия», Совет ветеранов и бывшие коллеги. Глава города Василий Швец передал специальное поздравление. В день вашего рождения примите самые искренние слова признательности за ваш боевой, трудовой и жизненный подвиг. Для каждого жителя нашего города воинская слава и особенно для нашей молодежи вы являетесь выдающимся примером истинного патриотизма, доблести, мужества, несокрушимой силы и воли. Федор Константинович имеет множество наград, медали за отвагу и взятие Берлина, два ордена Красной Звезды и грамоту от Сталина. В Анапе много лет работал санитарным врачом в курорт Торге и считался первоклассным специалистом. Молодому поколению настоящий герой оставил пожелание. Быть еще лучше, чем мы, для нашего поколения. Уважать надо.